Re, viss ēters ir te. Группа архитекторов просит Национальное управление культурного наследия присвоить статус памятника культуры зданию, где сейчас находится Всемирный торговый центр. Ранее правительство договорилось о его сносе, чтобы построить на этом месте акустический концертный зал. Архитекторы считают, что это здание является важным примером послевоенной архитектуры модернизма. Здание очень хорошо сохранилось, оно почти не изменено. Оно демонстрирует способность архитекторов того времени быть на одном уровне с тенденциями модернизма по всему миру, несмотря на ограниченное информационное пространство. Всю субстанцию модернизма, которую хранит это здание, следует передать следующему поколению. Если мы продолжим в этом же духе, нам вообще будет нечего показать следующему поколению. Ранее министр культуры Наурис Пунтулис заявил со ссылкой на экспертов управления национальным культурным наследием, что ценность здания на улице Элизабетес-2 не настолько велика, чтобы присвоить ему статус сохраняемой культурно-исторической ценности.